Первый летний день для ангарчан выдался по-настоящему солнечным. Ребятишкам из школы-интерната номер 7 радости в День защиты детей добавил еще и подарок, который сделал депутат Законодательного собрания Иркутской области Юрий Фалейчик. Конечно, у тех детей, у которых есть родители, благополучная семья, они получают свои порции радости каждый год, 1 июня. И мы выросли в такой же обстановке. Но есть дети, о которых не все вспоминают в этот праздник. И мы решили им помочь. Помочь почувствовать себя нужными, почувствовать и в своем доме праздник тоже. Юрий Иосифович пригласил иркутских друзей, артистов областного кукольного театра «Аистенок». Гости приготовили для детей веселый спектакль по мотивам русской сказки «Терешенька». Происходящее на сцене захватило внимание юных зрителей уже с первых минут представления. Ребята живо реагировали на каждую шутку и реплику артистов, смеялись над кукольными персонажами и громко хлопали в ладошки. По словам директора труппы Андрея Корениченко, театр кукол, пожалуй, один из самых любимых детьми видов искусства. Маленькие зрители всегда сопереживают театральному действию и временами не только смеются, но и грустят вместе с героями. Коллектив «Аистенка» старается чаще радовать детей своим творчеством, поэтому выезжает со своими постановками и в другие города. Мы вообще всегда с удовольствием откликаемся на любые предложения, которые связаны с детьми. Для нас очень важно донести до них то, что мы делаем, то, что мы играем, какая бы вот не была дальняя дорога. Оказалось, что визит таких артистов в жизни школы-интерната – это первый уникальный случай. Ее воспитанники посещают, как правило, представления городских театральных коллективов. Театр такого уровня, областной, к нам приехал первый раз. Ребятишки смотрели с большим удовольствием, с интересом. Было так замечательно, поэтому еще раз говорю большое-большое спасибо организаторам. Громкие аплодисменты и искренний детский смех – пожалуй, самая главная награда актерам театра. Ведь именно эти проявления эмоций говорят о том, что радость от подарка останется в памяти детей как светлый и чистый праздник. В День защиты детей подарок от Юрия Фалейчика получили не только воспитанники школы-интерната номер 7. 1 июня на улицах города ангарским ребятишкам вручали необычные раскраски. В здании собраны рисунки самых узнаваемых мест города и центральная площадь, и знаменитый музей часов. Вдохновитель идеи Юрий Фалейчик считает, что такой подарок, кроме приятных эмоций, принесет еще и пользу. И среди ангарчан юных патриотов станет немного больше. Наталья Никифорова, Владимир Селиванов. Местное время.